Сегодня в Нефтеюганске в столкновении двух маршрутных автобусов пострадало 5 человек. Как сообщили в пресс-службе окружной полиции, авария случилась по вине водителя автобуса ПАЗ, который не соблюдал дистанцию и врезался в движущийся впереди него МАЗ. Водители обоих транспортных средств и троих пассажиров госпитализировали в ОКБ Нефтеюганска. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, передний автобус отъезжал от остановки, но его водитель притормозил. В этот момент и случилась авария. Сегодня около 8 часов на улице Мамонтовской города Нефтеюганска произошло столкновение двух городских маршрутных автобусов ПАЗ и МАЗ. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущим впереди автобуса МАЗ. Водитель и пассажир ПАЗ, водитель и два пассажира МАЗ получили телесные повреждения.